Я против войны, потому что война – это самая ужасная вещь, которую придумал человек. Во время существования человечества было проведено огромное количество войн и погибло огромное количество людей. Одной из этих жесточайших войн была Великая Отечественная война, в которой погиб мой прадед. Мой прадед Илья Георгиев пропал без вести. И я думаю, что он сделал много героических поступков и спас много людей от смерти и пыток. Я хочу служить нашей Родине, чтобы мои внуки вспоминали меня так же, как я вспоминаю своего прадеда. Я за мир, так как не хочу потерять своих родных и близких, друзей и знакомых. Война худшее, что придумал человек. Я за мир.